дети молодцы, молодцы, это значит. Диджей музыку ставит специально для детей. Зажигают программу одни дети. Взрослые стесняются, взрослые курят кальян. А мы посмотрим, какой вид отсюда со ступенек семьи The Unreborn. На пляже людей чуть-чуть есть, но мало-мало. Мало-мало. Никто не хочет прощаться с летом. А мы любим сюда приезжать рано утром. Конечно же, будем приезжать и в сентябре. Вот так вот называется это заведение. Да что там в сентябре, ребят? Мы в октябре будем тусить, поверьте мне. Море теплое. Сегодня щиль, несмотря на то, что был дождик. Дива грустно прощается с летом. Ну что, кальяны мы не курим, водку мы не пьем, мы за рулем. Гляньте, самый маленький танцор. И тот убежал. Блин, а детей нельзя на видео снимать, да? Ты детей в эфире не снимай, ТикТок забанит. Гляньте, какие здесь кальяны со специальной сеткой, чтобы вы не уронили уголек себе на ноги. Ну что, спустимся на пляжик. Ковры не стелят снова.